Мы снова в аэропарке. В ТикТоке я вызвала бурный интерес, ребят. Я вам скажу. Смотрите мои видео. И, пожалуйста, хамья поменьше, выходите. Выходите с добрым, с чем-то хорошим, там, понимаете? Хватит критиковать. Когда вы критикуете, я хочу, чтобы вы открыли свои профили. Дорогие мои. Я хочу увидеть тех, кто меня критикует, кто меня оскорбляет, обзывает. Вы знаете, за каждое оскорбление существует наказание. Вот вы думаете, что только уголовное. Вот там наверху есть Господь, который за вами внимательно приглядывает. И все, что вы сказали на меня, оно лежит на вас. Запомните. И когда вы меня оскорбляете, унижаете меня, мою мать, вот, я хочу, чтобы вы задумались. И в конце концов, ну, ума немножко надо набраться, да? И выставить свой профиль. Забрала свое открыть не с одной-двумя фотографиями фотомоделей, а какая вы на самом деле, понимаете? Давайте посмотрим весь мир, кто мне пишет, да? Забавно, потому что пустые страницы пишут такую дрянь. Ну, я не знаю, ужасно просто. Конечно, это нам не говорят, это хейтеры, это слава. Но не хотелось бы славы таким путем. Вот, вот посмотрите на меня, вот она я. Вот, чем я оскорбляю ваш, этот, как говорится, взгляд. Вот, Леночка Жванкина. Город Брянск. Я всех люблю. Всех люблю. Желаю добра. Прекрасного Нового года. И вот эти ухмылки меня не касаются. Я вообще на них внимания не обращаю. Вы знаете, может быть, я даже блаженная в каком-то отношении, да? Вот, может быть, я вот с небом каким-то образом связана, хорошим. Вот идут, смеются, понимаете, идут в зипунах таких девчата, в каких-то ботинках без каблуков, без женских признаков вообще. Они хохочут, тут один капюшон. Я даже сзади не понимаю, мужчина это или женщина, понимаете? Вот посмотрите на меня. Вот это я. Вот это я. И это тоже я. Я женщина с головы до пят, уважаемые. Если вы хотите унизить меня, опорочить мое имя, у вас ничего не получится. Понимаете? Вы оскорбляете меня в том, чего я не совершала. Никаких деяний плохих я против человечества не сделала, не совершила. Так что ротик на замочек, пожалуйста, там все хейтеры, там дурейтеры. Понимаете, вот Наташу хаяли королеву, да? Я смотрела, да? И вот где они, где Наташа? Вот сегодня Наташа поет «Королева». В таком платье поет такая королева в передаче по Первому каналу. И где все эти хейтеры, позорщики там, понимаете? Вот. Поэтому успокойтесь. Мне ваше мнение не интересует, я даже его не читаю, честно говоря. Я проглядываю, вижу, что много отзывов, и говорю. Мне говорят, радуйся, тобой интересуется. Но давайте по-хорошему интересуйтесь. И лучше не мной. Если у вас злое сердце, черная душа, то мной интересоваться не нужно. Я желаю вам найти достойных вас почитателей, вот, и достойных объектов, понимаете, которым нравится такое почитание. Ну и к ним, пожалуйста, ко мне не надо. И все, что вы пишете, это не мое, это ваше. Это вы о себе рассказываете. Позорите себя, своих матерей. Сами себя позорите. Мою маму не опозорите. Моей маме 82 года. У моей мамы прекрасная внешность. Дай Бог, чтобы каждый так сохранился. Потому что там чистая душа у мамы, понимаете? Как и у меня. И что бы ни писали, старуха, бабка, там, за 60, под 50. Да мне по барабану, что вы про мой возраст напишите, да? Вы в 20 уже старухи, в 15 уже бабки. Уже тетки, уже женщины, перевидавшие все. Я против вас девочка, беззащитная, маленькая такая дюймовочка. У меня 1,52 роста. Вот, вот она я вся. Вся перед вами. И ничего не боюсь. Все, пока. Пока, слишком много чести плохим людям. Я буду к хорошим обращаться. Пока.